Здорово, из Риги. Риги, привет. Ты латыш? Тяжело ответить. Я понял. А Ну, кем ты? поможешь мне разобраться, как мне понять, кто я? Ну, сам ты кем себя считаешь? Хоть латышом, хоть американцем себя считай. Будешь американцем. Ну, честно, не знаю. А давай попробуем. Дворняжка. Давай попробуем. У тебя смешанный. Дворняжка. Свой среди чужой Чужих. среди своих, свой среди чужих. Я понял, значит, ты русский. Почему? Ну да, ну, Раз уж ты может быть. Ну давай. чужой среди, то есть свой среди чужих, Ну, значит, ты русский. да. А какие у тебя там, какая кровь? Русские, еще какие есть? Национальность в стране? Да, папа, мама, кто по национальности? У меня дед латыш на 1/4, если так смотреть. Дед на... А, ты на 1/4 латыш. Один дед латыш, все остальные русские. Ну, значит, Но я русский. сам по паспорту латыш, сам гражданин Латвии. Ну, как бы по документам я латыш, по основному я русский. Но как бы в Латвии я не могу сказать, что я русский, я не могу сказать, что я латыш. Вот так. Я понял тебя. Смотри, ты можешь себя считать тоже латышом, это вполне уместно. Я себя А, считаю если ты латышом, да. ближе к себя, да, если ты ближе к менталитету Латвии, да, к людям из Латвии, если ты наоборот, там, Россию на вы, там, Просто они. знаешь, где я понял, что я не русский? В Москве. А, ну, в Москве это тоже такой Я ответ, нет. думаю, ты тоже такое понимал, не только я понимал Ну, такое, что Россия огромная страна, у разных людей по-разному я согласен, я согласен. мировоззрение по-разному Но со мной складывается. разговаривали Русские тоже есть в москвичи, которые Казахстане. в третьем поколении москвичи, и они говорят, ты сразу запальный. Хотя я считал, я приехал и думал, братаны, привет, я русский из Латвии. И говорят, какой ты русский, ты прибал. Для русских ты прибал, для прибалтов ты русский, да? Ну, Да. такое бывает, кстати. Такое Да. часто бывает. Ну, у А тебя акцент такой англичан я интересный. тоже русский. Для англичан я тоже русский. Сейчас. У тебя акцент прикольный. Немножко акцент есть по-русски. Если когда ты говоришь по-русски, у тебя Я акцент есть немного. тяну вот эти долгие. Да, немножко Потому что у нас в латышском языке, ну, я по-русски, я по-латышски разговариваю на 60-70%, то есть русский мой родной. Да, я понял. Нет, ты можешь себя считать русским, это нормально. А тем русским, которые сказали, что ты не русский, а латыш или прибалт. Блин, честно, сейчас мне стыдно русским себя считать. Почему? Я не стесняюсь, говорю, что я русский, но мне стыдно за то, что мои братья делают, как бы. А что они делают? Ты же поддерживаешь эту движуху русскую. Какую? Ты же считаешь, что Украина это русская земля, да? Считаю ли я, что Украина русская земля? Ну давай Ну. посмотрим историю, хочешь? Не, давай не будем смотреть историю, давай по фактам посмотрим. Давай Потому по что фактам история посмотрим. закончилась в 91-м году, Давай, когда Советский Союз посмотрим. распался. Давай посмотрим. Ну, объясни мне, почему Почему? Украина это Россия, мне как латышу. И... Как латышу, который все это видит. Как латышу, это который бывшие живет с российские детства территории. между двух пропаганд, русской и... Объясни мне. Ну, смотри, всегда Восточная Украина, она всегда была, ну, тянулась к России. Это был факт очевидный. Даже есть интервью украинцев Что этому 2008-го. свидетельствовало? Что Гордона, этому например, того же свидетельствовало? самого. Сейчас, подожди, я скажу. Того же самого Гордона есть интервью, который говорит, что Восточная вся Украина это пророссийские люди. Они там в Россию Стой, а пойдут, все остальное делают. Прибалтика это Россия? Давай так зайдем. Чем мы тут про Украину Прибалты. затираем? Ты сидишь с Прибалтом разговариваешь. Вот Рига. Рига это бывший Советский Союз, от 90-го года. Я в Советском Союзе рожден. Вот Прибалт, сейчас скажи мне, лат, Прибалтика это Россия? ла, латыши, литовцы и эстонцы, это не славяне в первую очередь, у них совсем отличается язык. Украинцы те же самые славяне, что и русские. Те же самые, один народ, восточные А мне славяне. кажется, украинцы больше славяне, чем русские, я это могу доказать. Что русские ближе к финно-уграм. Ну, Ты со мной не согласен. а украинцы ближе к полякам.
или венграм, или еще кем-то еще, словаком, словаком. чехом, А словаки, чехи, это не чехом. восточные славяне, это Слушай, западные славяне. я был в Польше, я был в Чехии, я по всей Европе свободно катаюсь, куда хочу, туда и еду. Ты много вопросов Почему? задаешь. Объясни мне, человек, про братьев славян, почему украинцев понимают словаки, украинцев понимают поляки, а русские не понимают ни украинцев, ни словаков, ни поляков. Объясни Ну, мне, это уже понятие славянин. такое себе. Зато Славянин, болгары славянин. понимают. Зато болгары понимают. Смотри, объясняю. Ты вот Кого задал вопрос. болгары? В Болгарии я был. Подожди, Кого дай мне болгары? рассказать. Дай мне порассказать. Нет, ты... Что? Человек задает вопрос, пытаюсь объяснить как-то, да, он уходит. Сам сказал, объясни, почему так? Объясни. Я пытаюсь объяснить. А так начинал, не доиграл. Вот. А почему украинцы понимают, ну то есть украинцы понимают польский там и чешский и остальное? Ну, очень просто на этот ответить. Потому что ну, там, больше 50%, ну нет, меньше даже, около 40-45% украинских слов на влияние польское было. То есть в основном польский язык вдохновлялся украинцами, поэтому это смесь польского и русского языков. Поэтому украинцы между Россией и Польшей стоят. А поляки понимают и чехов, и словаков, и всех остальных. Вы говорите, что русские не понимают поляков там и все. Потому что это западные славяне. Это славяне, которые уже очень давно, там тысячи лет назад, на другой, там, другой путь пошли. То есть поляки приняли католицизм, у них там менталитет сформировался очень даже далекий от русских. Русские приняли православие, они там по-разному жили, в разных государствах очень много лет развивались самостоятельно, поэтому и, конечно же, поляков менталитет другой, язык другой, все остальное другое. А украинцы очень много, ну, то есть, влияние было со стороны Польши у украинцев очень много раз, поэтому и польский язык тоже играл огромную роль при сформировании украинского языка. Я вообще считаю, что нет никакого украинского языка. Там смесь польского и русского языков. Там, они же говорят на суржика разговаривают. Это значит суржик польского и русского языков. По поводу русского, почему русские не понимают? Ну, русские зато, вот я сам сербов, ну, понимаю. Сербов. Я понимаю не все слова сербов, но некоторые слова понимаю. Я понимаю болгар. Болгарский тоже очень похож. Есть еще межславянский язык. Межславянский язык, где все славяне понимают. Я там смотрел это видео и прекрасно понимал, что там человек говорит.